найти пару всегда было непросто, но онлайн-знакомство... Ты женат? Еще больше все усложнили. К счастью. Ух ты! Я кое-кого встретила. О, боже! Он такой милый! Есть лишь один довод против. Какой? Ты не видела его. Я полечу в Лейк Плэсид в штате Нью-Йорк. Сделаю Джошу сюрприз и обрету свое счастье. Джош, тебя кое-кто хочет видеть. С этого момента провальных свиданий у меня больше не будет. Нэтали? Ты его... Буква Г. Просто рождественское чудо. Я все объясню. Я не понимаю. Мы общались. Я убедилась. То фото. На нем было мое имя. Я специалист по фотошопу. Пожалуйста, скажи, что звонишь после самого крутого оргазма в жизни. Какой оргазм, когда тебя облапошили? Ты не поверишь, что произошло. Так тот парень существует, и он там? Давай действуй! Я знаю Тега лучше, чем он сам. Я помогу тебе с ним. Неделя, больше никакой лжи, и ты сведешь меня с Тегом. Первое, что нужно знать о Теге, ему нравятся активные женщины. Ты альпинистка? Я? Само собой. Я взбираюсь на все, что движется. Бобслеем раньше занималась? Ты не сказал мне, что он Том Круз. Все будет в порядке, поверь мне. Парню, который меня обманул? Я не собирался встречаться с тобой. Так уж вышло. Я год сидел в этом приложении. Знаешь, сколько ответил? Одна из них – моя учительница английского. Ей 70, и у нее кардиостимулятор. Занятие сексом буквально убило бы ее. Что скажешь? Ты выглядишь превосходно. И если я что и понял, то это то, что любовь не обязана быть совершенной. Она лишь должна быть честной. У тебя сохранились настоящие фото для профиля? Я хотел выглядеть брутально. Ты похож на убийцу с топором. Знаешь, я тоже подумываю зарегистрироваться на сайте. Моя подруга Дарлин зарегистрировалась, и она видела больше задниц, чем скамья в церкви.